Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то Робби и Фистушка. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем проходить. И еще знаешь, в чем смысл? Что на самом деле здесь, ребята, фонарик не работает, но так как мы скачали отдельно мод, они работают у нас. И это круто. Еще и ночной режим есть. Да, все в хате у нас есть. Вторая ночь. 2 часа ночи. Все у нас сходится, все отлично. Это жертвы, извини, ты мясо. Знаешь, что заметил, Серега? Здесь звук Фокси не слышно мне. Когда он прибегал, мы никто не слышали. Посмотрим, может быть, у вас уши ваты были забиты. Не знаю, если в этот раз мы сейчас проиграем, это будет жестко. Хотя мы тогда вроде это была первая ночь. Нет, вторая тоже была ночь. Как-то очень легко. Так, Чика стоит. И Сташка снова жертвой стала. Расскажи, как там на том свете. О, тут Чича. Тут Чича. Поймали. Стоит, стоит. Так, у нас 64%. Должно хватить. 3 часа ночи, 64. Стоит. А, нет, еще. Лежит. А, он прям тут. Не, он так не атакует. Когда он стоит только возле калитки самой. Это Чика может через окно замочить нас. Чика мощная. Конечно. Как укусит это за одно место. Почему разработчики не могут сделать, чтобы карта FNAF 2 тоже работала? А то там не рабочая она. Фокси! Че, серьезно, мы все умерли? Да. Я же сказал, Фокси, нет, не слышно. Не-не-не, кто-то живой остался. Отлично. Да нет, мы про... А, не, он живые. А кто закрыл? Вот молодцы. Я закрыл. Смотрите внимательно, ребята, какие вы же молодцы, мы не слились. Наконец-то играют с нами настоящие профессионалы, а не дилетанты. Как помню, мы играли с подписчиками, но ему было мало лет. Подходит Фокси, и он дверь стоит на него, смотрит и не закрывает. Боже, у меня чуть жопа не сгорела со стулом. Ай, меня за жопу укусил кто-то. Серега, привыкай. Причем тут я-то сразу. Может, у тебя кот там бегает по хате? Слышите этот звук? Нет, не показалось. Кто-то свет включил, выключайте, у нас есть фонарики. Так, 4 часа. Мы сейчас затащим эту ночь. И начнем я третью. Слежу за Фокси Андрем. Правильно, если что, я закрою, скажешь когда? Да, я стану. Можно встать и стоять там, пожертвовать кем-то, все равно выживем. Так, так, так. Я жму кнопку уже. Жать? Он должен прийти. Я слежу, там нет. Ты псих. Ребята, очень напряженная обстановка, потому что сейчас может какое-то западло случиться. Вы же правую дверь чекаете, потому что опасно. Я левую чекаю. Я тоже левую. Я держу кнопку на левой двери, потому что... Мы правы. Фокси очень быстрый. Туда-сюда. Я вижу. У меня уже башка крутится. Но не сильно. Еще пару разков. Во-во-во, вот так вот. А что ты не выходишь? Боишься стоять? Да, меня это... скушают. Понял. Кто-то укусит. Меня уже укусили. Кстати, Серега, я этот ролик сделаю как премьеру, так что я сделаю его подлиннее, чтобы его комментировали. Так что будем за чатом следить. Еще несколько минуточек. Так, 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 пошло дело. Чувствую, сейчас прибежит. 5 часов. Сейчас должен прибежать засранец этот. Помню, мы проходили, было 0% энергии, Фок, и приходит Фредди, и в это время кончается ночь. Это было эпично. Это было клево. Это было фэншуй. Ну, мы затащили. Где мое фирменное празднование? Я тебя хотел на мясо пустить, ну ладно. Не-не-не, еще рано. 3, ну-ка. 2, 1. Не, Серега, вот что-то у тебя с счетчиком. Вот прям сейчас будет, смотри. Ладно, 5. У меня тоже не очень. Что за синхрон? Ребята, как всегда, у нас настроение классное. Подписывайтесь на канал, ролики каждый день. Не забывайте ставить лайкосик. Чем больше лайков, тем больше вероятности, что ролик попадет в тренды. И нас будет еще больше. Цель 1 000 000 подписчиков. Так, я вижу что-то, вы пацаны... Чё такая ночь длинная? Чё час как целая ночь? Что за говно? Короче, Фокси тупо стоит и никого не трогает. Мы прошли, ребята. Это было очень просто и легко. Так, давайте не будем ждать. Хочу сразу начинать. 3-я ночь, Фокси будет 2 или 3 раза приходить.
Хотя рандом, да, Серега? Бывает наугад. По-разному иногда бывает. Так, стоим, смотрим. Плохо, что нельзя на экране включить, допустим, главный зал и смотреть на сцену. Вот это, да. Это плохо, реально. Так бы мы Фокси чекали. Звука его не было, да? Никто не слышал, как он бежал? Да. Блин, это может обновление новое? Убрали звук Фокси? Прикольно обнова. Усложнить нам. Да-да-да, чтобы было жестче. Хотя, мне кажется, этот мод просто не обновили. Говорит, спот обновляет, а моды нет, поэтому он неполноценно работает. И мы не можем взять аниматроник почему-то. Бонни вышел. Бонни вышел на охоту. Боитесь? Чича вышла на охоту. Или слушаем. Нет? Никого. Да-да-да-да-да. И Фредди вышел. Да, Фредди вышел. Все вышли. Во. Кроме Фоктика. Третья ночь самая интересная сейчас будет. А чё батарея у нас садится? А, кто-то камеры чекает, понял. Серега, давай будем Фокси чекать. На всякий случай. Давай. Или два я буду чекать и говорить. Давай. Моя очередь. Фигня заниматься. Ла-ла-ла-ла. Прикольно, я теперь понял, почему ты так делал. Меня за жопу упачили. Хнык-хнык. Тебя убили, что ли? Чика! Фух, я чуть не этот, не того. Вот, так. Не обчикался, да? Так, ходим и смотрим. Ой! Димаса укусил кто-то за... Блин, я испугался, думал, мы все слились. Давайте замену мне, кто там Фокси чекает. Чё ж так долго? Во, есть контакт. Продолжаем. Нас такое не убивает, нас 4 жизни получается. Тихо, тихо, тихо. На мясо я не только... пусть. Ого, мы психи с тобой. Ты у меня мелькаешь. А, может, шифтом еще вообще сильно будет. Серега, что такое? Так прикольно смотрит. Так потому что мы боимся, мы хотим пройти. Пройди. Нажал. А он там был? Да, он меня убил. Блин. Фредди... А, он стоит, он не убивает так. Не-не-не, фисташка, он убивает, когда стоит возле калитки самой, так нет. Да у меня душа просто отключила. Я понял, он должен в проходе стоять, у него вообще глаза какие-то закатанные. Видно, устал. Всю ночь нападает на нас. Вот ждем, он сейчас резко нападет, им надо нажать будет. Фредди хочет выходить. Ребята, пишите в комментариях, пройдем мы с этого раза, с первого раза или нет, эту ночь. Потому что третья ночь будет уже жестче. Два часа ночи должен напасть Фокс, по-моему. Мне кажется, рандомно. Смотрим, смотрим. Серега не бежит. Молодец, не нажал. Блин, если долго стоять за дверью, ты умираешь, да, я так понял? Нельзя долго стоять. Блин, сейчас какое-то западло будет. Вот обидно будет, если мы умрем где-то, когда будет уже 4-5 часов, и Фокси прибежит на крысу. Каких-то босиком, наверное, бискет. О, молодец, фисташка. Профессионалка. Уходи. Молодец, видишь? Она послушная очень. Курица. Так, ты видишь, кто там стоит уже? Я вижу только боняшку. Ну вот. Он сейчас позовет Фокси, скажет, что мы тут тусуемся, у нас вечеринка. Чика с Фредди на сцене. Можем не резко побежать посмотреть? Да куда я успею добежать? А, он исчез. А, он тут стоит, но он еще не нападает. Я слежу за Чика. Так, я вижу, стоит. Они вдвоем, Бонни и Чика, стоят за дверьми. Палят, палят в нашу сторону. Никого. Все, финшуем. Я слышу какой-то звук. А это электричество. Так, ну что, 3 часа. Это середина, уже можно чамбу танцевать. Плохо нет анимации танца, было бы сильно. А чё чамбу, а чё не полька, польку дрить дружку? А я разучился уже, давно не танцевал. Ну, боняша Фредди стоит. Ну, Фредди глаза очень злые. Он точно идет у нас забирать что-то. Серегину душу. Обойдет. Кабаку ему. Какую кабаку? Вот такую. А Бонни идет забирать фисташкину душу. А чё? Жалко, что ли? Какой-то подвох. Они, знаете, спокойно стоят, потом резко начинают нападать. Помнишь, как Серега, ты когда управлял, что ты чудил нам?
С одной стороны, с другой стороны, с двух сторон одновременно. Не, Мас, ты сравниваешь скрипт и человека. Скрипт, конечно. Он действует как попало. А человек может хаотично действовать. На дурачка. Так стоят. Почему они стоят и ничего не делают? Жлобы, что ли? Чика ушла. Молодцы. Фредди пришел. Опа, Фредди. А тут глаза добрые, а когда сдалека стоят злые глаза. Так, Фокси не слышно, и в этом есть прикол. Всегда страшно, что он придет. Мы бегаем, палим. Серега ни разу не пришел за третью ночь. Да. Опа. Я... Голубки пришли. Вдвоем сразу? Да ладно. А кто? Ай, еккала-манеккала. Фокси, Фокси. Анимация была. Ох, ничего вам зрится. Так, ну что так долго? О, Фокси был? Молодцы. Я палю. Я тоже побегаю, мне нравится побег. Я вижу. О, конечно, так, попал. Выключаем свет. Слышите этот звук? Это звук кряканья, что ли? Блин, да я его боюсь постоянно, когда он стоит там. Они какие-то большие очень. Ой, по башке себе фисташка дала. Кстати, на этой карте не убивает дверь, а на других картах убивает. Очень тихо. А, слышишь? Даже видишь? Подожди, а мне ушла, интересно. Ушла, открываем. Посередине стоят. Так, меня убьет. Неужели? 5 часов ночи. Да вообще я как-то убью. Легко. Ты умер даже, если чуть-чуть сидел? Да. Я вообще выспался. А, ну нельзя, короче, долго стоять там. Ой, за жопу. Понял. Поэтому не вот так как пойду. Далеко не успеваешь добежать, просто времени не хватает. Давайте проверим, до сколько я добегу. Добегу до Бонни. А, хотел с прыжками. Как раз, короче, до него и добежал. Я прям перед открытием двери сдох. Блин, прикольно. Спасибо, Сережа. Обращайся. Серега всегда может. Меня, пожалуйста. Меня всегда много. Пока, Димас. А, блин. Ты думаешь, я вообще дурачок, что ли? Так, что там за вороны у нас летают? Кар-кар. Серега хочет тебя поймать, а я не ведусь. Я кто-то... А, блин, он успел забежать. Смотрим, Фокси палим. Не-не-не, я еще тут. Серега, ты за нас или против нас? Ребята, третья ночь на легке. Ну, потому что нас четверо, одному очень тяжело было бы. Итак, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!